В лесу мы в прошлом году нашли молодильные грибы. 6 штук. Мы их забрали, залили водкой, до сих пор стоят. Попробовали, один раз резали. У него прозрачная, как березовый сок, жидкость внутри. А сегодня мы нашли, считали, штук 25 этих грибов. Очень много. Целая поляна. Сейчас мы ее сделаем, ей веточки загородим, чтобы их не потоптали, чтобы их не сломали, пусть растут. Трогать мы их не будем. Вот они какие красивые. Целая поляна. Это мрак. Это мрак. Ну, вот мой друг Сергей из Молдавии. Он сказал бы, что нам крупно повезло. Конечно, крупно повезло. Просто будет видео. А грибы мы брать не будем. Пусть они растут и размножаются здесь. Может, людям кому-то пригодятся. Кто знает, как их применять. Вот так вот. Вот сколько их много. По всему лесу. Куда ни глянь. Вот он. В самых разных местах. Народу полно, никто их не заметил. Сейчас бы сбили, растоптали. А мы их не тронем. Пусть себе живут. Красота какая неописуемая. Молодильные грибы. Редкое явление в лесах. Сколько я хожу, никогда их не видела. Супер. А где ж наш кот Джим? Кот Джим сидит себе, боится.